Всем привет, друзья, с вами Назар. Мы продолжаем играть The Guessing Европу 4. Так, что у нас тут такое? Взяли мы провинцию Голландия, отдали ее Утрехту. Так, Исландия покидает, туземцы атакуют. Хорошо. Померания вступает. Ну, один вступает, другой покидает. Да, они не могут определиться, что они хотят сами. Хорошо. Будем возвращать домой свою армию, потому что у нас тут намечается нечто большое и нечто страшное. Посмотрим, возможно, получится нам повоевать против Австрии. Ну, короче, нужно подождать, пока кто-то из наших правителей умрет. Тогда нужно будет что-то мутить, крутить. А, через Польшу есть право прохода. А если я отменю, они потом могут и, ну, сказать, что мы не дадим тебе больше прохода. Ладно, пока отменим. А нет, они все-таки соглашаются отдать. Можно отправить сюда тоже дипломата. Пусть немножко поулучшает отношения. Так, с Бургундией у нас нормальное все. С Испанией тоже нормально. С папиком тоже можно, кстати, немножко поулучшать. Давайте сначала в Польшу. Мне просто интересно, что тут, чем закончится эта война. Освободят Клэва или не освободят. Может, теперь дадут нам эти провы. Но это очень вряд ли. Так, Саксония. Мы можем теперь повоевать против нее. Померания и Франкфурт. Ну что, можно в принципе так и сделать. Правда, у Померании флот, наверное, сильный. Хотя вот вижу 8 только кораблей. Давайте посмотрим, что у нее там есть. Войска. Флот. Померания. 8 фрегатов, 11 галер. Да. Посильнее, чем у нас. Что я сюда не смогу пройти. Ну, вот эти острова. Взять их. Ну, по идее, должно хватить и вот провинции, которые тут. Находится столица. Еще два замка здесь расположены. Тут пробка. Ну, вот тут еще есть замок. Просто замки считаются при военном счете. Милан, хорошо, отзываем. Еще давайте в Баварию отправим. Так, посмотрим, что у нас тут происходит. Ульм покидает. Хорошо. Так. Оба здесь. Отлично. Транспорт пока довозит наши войска. Ведем поближе к врагу. Саксония тоже вступила в коалицию, значит, теперь нам не получится против нее повоевать.
Давайте посмотрим, как оно выглядит. Хотя... Франкфурт и Померания, стопок Томас, коалиция против нас. А, как раз они и являются членами коалиции. О, колония новая, отлично. Следующий отправляем сюда. Тут хочу просто так идти по порядку на север. Хотя вот эти... Эта провод тоже уже отошла новому Гессену, а эти еще наши считаются. Так, тут одну пробку осталось взять. Нет, давайте сначала здесь поставим армию. Здесь поставим. Здесь поставим. Сначала убиваем тут войска и тут, а потом уже разберемся с войсками Померании. И нам нужен... Нужна фабрикация. Технологию пока не берем. Флот практически уже доплыл домой. Нужно будет его поставить в порт, отремонтировать. Тут, если что, можно будет взять проход у шведов и высадиться, например, где-то поплыть вот сюда. Вряд ли Померанский флот тут будет действовать и взять там территорию. Ну, не взять территорию, а высадиться и просто перейти сюда и вот тут взять этот замок или крепость. Тут тоже еще бы не помешал один генерал, один из одного. Так, ну теперь осталось только дождаться конца фабрикации. Там 25 тысяч, кстати. Да, Клеве стал независимым. Интересно, интересно. У него, походу, защитников нету, только Австрия. Ну, сфабриковать претензию, никто не будет его защищать. Клевый. Ну ладно, пока подождет. Его тут никто не затронет. У него нету соседей. Ну, конечно, есть, но у них там перемирие. Так. Так, может Утрехт уже присоединять. Брабант, его можно завассалить. Если что, давайте будем улучшать отношения до 190, и тогда начнем присоединение. Потому что сидеть и ждать, ну, я не вижу смысла. Так, советники, что у нас там? Ни одного. Престиж, стоимость стабильности. Ну давайте на престиж возьмем мужичка. Нам нужно поднять его на 50. Но я думаю, после этой войны мы сможем это сделать. Так, есть фабрикация. Франкфурт и Померания, да? Да, и нам Пфальц и Бавария тоже помогут. Отлично, отлично. Только нужно подумать. Подумать, куда... Просто я не хочу... нанимать нового военного генерала.
Еще очень плохо, что у нас наследник 43 года, ему уж долго он не протянет. Так, ну ладно. Давайте, наверное, что возьмем сюда. Генерал, конечно, он нулевый, но хоть что-то. А тут, я думаю, справимся и без. Хотя, может, файт подойти быстрее. Тогда все будет хорошо. Ну, объявляем войну, тем не менее. Так, давай быстренько, ты должен сюда зайти. 15-е, хорошо. Так. Посмотрим, может он двинется оттуда. Так, пошло сражение. Получаем штрафы, но мы должны справиться пока. Ну, быстрее, чем подойдет. Да. Это мы сделали. Отлично, отлично. Будет замечательно. Нет, не успел. Посмотрим, куда он пойдет. Угу. Тут нужно поставить финансирование, ну, на всякий случай. Эти две пробки, да? Так, тут уже ушел. Значит, теперь мы сюда пойдем. Будем просто осаждать. А зачем нам сражаться? Тут, возможно, Браден... Ой, о, смотрите, мы победили. А я уже думал начать матюкаться. А это хорошо, но все равно нам нужно пойти в док. Там галеры. С галерами мы во внутреннем море, в Балтийском мы не справимся. Так, я тут убежал. Отлично, отлично. Нет, ты стой. А, черт. Уже ушел. Эх, нельзя. Так. Мой прибудет 11-го, он 12-го. Нет, так не подходит. Норвегия, первое кровосветное путешествие. Кто бы ожидал такого от Норвегии, да? Стоп. Его галера сейчас в открытом море. Можно поставить вот тут флот и заблокировать. Он вряд ли будет атаковать нас. Но у нас флот покоцан. Так что лучше этого не делать. Так, дальше отправляется дипломат. Папскую область. Иоанн 23. О. Так, тут ушел. Хорошо. Мы идем сюда. 19-е, 23-е. Ага, отсюда еще нужно подтянуть армейку. Генерал у нас тут есть. Есть. Хорошо. Отлично. Ну и будем расставлять войска по... Ну, чтобы они брали эти территории. Так, тут я поставлю цель для Баварии. Тут мы отключим. Сейчас опять потеряю много. Войск просто из-за того. Так, все, все на помощь, все на помощь. У меня генерала нету, естественно. Все, все подошли. Отлично. Ну, рекруты есть. Кстати, можно что-то построить, пока есть деньги. А, уже можно увеличивать, да? Так, по потерям, ну, враг больше потерял. Давайте тут построим.
Тут возьму один отряд наемников и пойду, буду пытаться эти островки захватывать, пока вражеский флот какой-то фигней страдает. О, шведы против Дании, Норвегии и Померании. Угу. Ну, хотят забрать уже окончательно Данию. Хорошо, пусть проходят. Так, финансировку форта отключаем. Крепости. Почему я всегда называю форт? Это приелось, ну, приписалось, так сказать, это название ко мне. Так, может Франкфурт взять уже наконец-то. Саксонию просто не трогать. Не брать тут эту прову, а взять Франкфурт. Правда, пойдет агрессивка. Но сейчас агрессивка у нас не так уж и велика. Вот тут единичка. Тут 40. Леш вообще нас любит. Тридцатка. Можно, в принципе, взять будет. Но у меня нету, бляха-муха, претензий. Там 10% всего скидки. Но все равно в скидках. Ну, посмотрим, короче говоря, как оно будет. Так, колония. Отлично, отлично, отлично. Колонист. Давай, где ты там? А, у меня, наверное, это было просто так, колония. Да, я сюда отправлял. Правильно, и сюда. Колониста у нас нету. Так, давайте поможем, естественно. Так, хорошо, разбили. 6 галер, 8 транспортов. Ладно, пока пусть стоит здесь. Все отремонтировано. Давайте будем потихоньку проходить. Заблокируем тут пролив, или как это назвать. Ну, чтобы не могли они сюда проплывать в наши воды. Так. Хорошо, хорошо. Да, и последняя прова, которую нужно крестить. Польша, тут вообще трэш полный происходит. А тут давайте ставим сюда. Где мой генерал? Мой генерал вот здесь. Так, галочки не нужно. Ага, враг идет к нам. Ты давай сюда. Скандал. Казна. Стаба. Казна. А, они все тут идут атаковать. Ну, я тоже пойду, значит. Конечно, если успею. Так. Интересно, пехота убьет кавалерию? Так, тут мы потеряли на... А, нет, это вот тут... Правильно, правильно, все мы хорошо, все хорошо. Ничего мы не потеряли. Так, командира не могу взять, потому что он занят. Так, все идут со мной, отлично. Смотрите, как упорно они защищаются. Но это им не помогло. А, тут я не могу пройти. А датчане осаждают пока что.
попробовать можно. Тут штраф большой. Но если бы не штраф, то... Чисто такой эксперимент. Кавалерия против пехоты. Да, но пехота получается... О, мы еще выиграли. Давайте попробуем добить. А, он куда-то отошел. Далеко. Значит, будем пытаться брать эту провку. Так, флот нужно просто поставить. Вряд ли они будут его атаковать. Все, завершена осада. Отлично. Опа-опа-опа. Америка, Европа. На нас пошла атака. Ну, мы побеждаем. Хорошо. Новая организация. Давайте будем брать, наверное. Поставил цель Утрехту. Вижу, он тут подошел. Может, пойдет дальше. Встанем тут, чтобы обеспечить проход. Так, Польша распалась. Ну, что-то не вижу, чтобы она распадалась. И поменяли форму правления. На выбранную монархию они вроде бы и были выбранной монархией. Не знаю. В чем дело? Так. А что, просто пройти не могут? Могут. А, тут блокирует порт. Ой, не порт, а... Ну, вы поняли, короче. Ну, значит, ну да. А, теперь нельзя так сделать. Выйти даже не могу. Попробуем взять еще эту пробку. Она нам, конечно, не нужна. Но тем не менее. Теперь Польша абсолютная монархия. Меняет форму правления, как рукавички. Ой-ой-ой. Тысяча. Нет. Давай, плыви домой. Нужно будет распустить. Ага, так нельзя. Чтобы лишние деньги нам не кушало. Померанцы почему-то отошли от своей столицы. Так, нужно уйти отсюда.
папиком уже почти что ноль. Да? Венгрия почему-то на нас очень разгневана из-за запретного мира. Понятное дело. Господи, ну чё ж так долго эту пробу берут? Так, давайте попытаемся тут поставить свой флот. Сейчас пусть этот уйдет. Вот. 20 октября. Нет, уже 20. Ждем денек. Вот с 1. Ну, наконец-то. Так, и они пошли друг на друга. Ну, вмешиваться, наверное, не буду. Ага. Еще и Померания атакует. Молодец. Так, есть. И здесь перекрываем путь на север. Хотя я вижу, испанцы сбились с этой темы. Теперь они пошли на юг. Кстати, воюют против Крика. Да. Прощай, Крик. Нужно добивать, чтобы уже не было сражений. Давай, есть, как раз таки успели. Конец войны. Ну, этот остров пока брать не будем. Зачем он нам? Так, давай же домой. Нужно посмотрим, сколько пойдет агрессивки. Вот они сами предлагают. Что предлагают? Прову одну мне. Рупин и Уцкермарк Бранденбургу. Ага. И денежка. Как бы это сделать по... по-лучшему. А, это же коалиция, правильно. Франкфурт не может просто так. Понятно, понятно. Текс, эту даем Бранденбургу. Посмотрим, может еще Росток получится. Росток 11, тут 13. Тут 9. Ну давайте попробуем Росток. Да, давайте его. Лимит флота есть. Хорошо. Это тоже продадим Бранденбургу. И попробуем замириться. Текс. Первым делом это, конечно же, эти две провки мне отдать. И это отдать Бранденбургу. Это они принимают. Агрессивка. Более-менее. Так, агрессивка большая. Ну, не очень. 20 на всяких разных мелких. Примерно на Богемию 40 пойдет. Саксония, Померания тоже по 40. Франкфурт, Вюрцбург, да. О, кстати. Франкфурт может стать вассалом. Супер. Значит, это не берем. Минус 50 на Богемию. Хо-хо-хо. Но Франкфурт нам нужен. Это очень жирная пробка. Так, что еще можно у тебя взять? Сколько мы получим? 15. О, как раз выполним задание на плюс 1 стабу. Мекленбург не получится. Репарации возьмем. И еще 15. Проход войск, да? Ну, наверное, так будем делать.
43%. 46%. И еще бы как-то с Вюрцбургом повоевать, дать Майнц Франкфурту. И тогда Майнц уже... ну, Франкфурт тогда можно будет уже присоединять. Так, дайте подумать, что я хотел еще сделать. Что-то я хотел сделать. Ну что? А, стабу. Повысить за 90 или не повышать? Просто тогда будет плюс 2. Я думаю, не нужно. Зачем тратить очки лишние? Все, вот так. Да, у нас получается. Отлично. Задание выполнено, стаба повысилась. Отлично. Новое задание. Бамберг. У нас перемирие с Бамбергом. Основать колонии на Карибах не хочу. Гонка с Османской не хочу. Тут вообще такое задание не очень. А до каких пор? До 618 года. Еще 6 лет нужно ждать. Хотя нет, 613. А что оно тут написано? 18. А тут написано Вюрцбург 13. Да, до 13 года, а у него союз Богемия, да? А Богемия это не страшно. Аугсбург, Зальцбург и Брабант. Пока пусть побудет это задание, если что, отменим. Так, отлично. Войска домой. Я тоже домой. Так, сюда отправим. Флот отправляется дальше на торговлю. Его, кстати, нужно будет обновить. Этот, походу, тоже. А, у меня денег нету. Значит, никто ничего не обновляет. Сейчас посмотрю, сколько оно вообще стоит. 250 монет. Щита торговли в Любек. И тут нужно будет разорвать от, проход войск. Это отдает нам дополнительный слот. На 11 месте, кстати, мы уже. Это, конечно, очень мало. 11 место всего. Так, Бавария просит. Проходик. Ой, один брак. Извини, Бавария. Не получится. Тут бы еще... парочка отрядов. Я, в принципе, могу это сделать. Давайте один и второй. Ну, так чисто яйцев тут гонять. Вот сюда, кстати, нужно бы было пойти вырезать. Стоп, а где мой второй? А, тут? Нет. Тут одна колония. Тут уже готова колония. А где второй колонист? Аннакук. Да. А второй? А, он еще в пути. Правильно, господи. Далеко просто ехать. Плыть. Так, транспортники сюда. С DPS-ом все очень плохо.
Франции не хочется брать. Мне бы хотелось, чтобы Франция нас отменила уже наконец-то. Сколько там можно уже ждать? Хлопок, хорошо. Бранденбург тоже, в принципе, можно уже пытаться потихоньку улучшать отношения и присоединять. Но еще тут есть провинция Ноймарк, польская. Польша она принадлежит. Против поляка воевать. Ага, Австрия защитник, но она не хочет. Бавария. Да. Австрия, наоборот, нам поможет. Из Баварии тогда придется разрывать союз, но тогда можно будет заключить союз с Богемией. Что не страшно, тут у нас нету специально я для этого и не брал, как его, династический брак. Можно взять эту пробку и заставить еще поляков освободить тевтонов. Да, наверное, так и сделаем. Польша вон еле-еле восстанавливается после всех этих ее бед. Посмотрим, сколько у нее войск. Польска. Жечь Посполита Польска, как они себя называют. 19 тысяч, но это будет просто. Коалиция против нас распалась, походу, да? Я не вижу, чтобы она тут была. Да, нету коалиции. А, замечательно. Богемия. Ну, Богемия, что Богемия. Кстати, у нее уже нету союза с Францией. У нас наглугал. Ну нет, нужна Польша. Сперва Польша. Нужно забрать эту пробку и присоединять Бранденбург. Так, Франция. Нормально. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сфабриковать тут уже не на что. Швеция единственная сильная страна. Но у шведов, походу, флота нету. Значит, мы сможем ее заблокировать. Шведский флот. Да, один корабль большой, и все. Отлично, отлично. Британия это пипец. У Испании флота нету. Но с британцами сражаться на море это самоубийство. Хорошо. Раз нету Швеции флота, мы выставим здесь блокировку. Давайте пусть сначала он подойдет. Но они еще воюют против Померании, так что все нормально. Хотя может и заходить, я тут поставлю в Гольштейне, например, войска, и он не сможет пройти. Австрия, Польша. Хорошо, что Австрия поможет, она вот отсюда пойдет, она начнет давить. Главное, чтобы у нее тут не было претензий. У нее, походу, нету. Да, все нормально. Все складывается в нашу пользу. Феодора еще несчастный. Тоже будет помогать им. Ладно, объявляем войну. Ставим галочку. Ты сюда. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, теперь будем завершать на этом серию. Встретимся уже в следующей, где повоюем против Польши. У нее, как видите, даже все вот крепости не на финансировании. У них проблемы, наверное, с деньгами, большие займы.